Решила приготовить грибную солянку по своему разумению. Там молодую картошечку поставила отваривать на завтра. В кожуре. Я ее помыла хорошо. Сейчас в кожурочке отварится. Потом почищу, когда остынет. И на маслице завтра обжарим. Так, это еще северные грибы, Сашины. Мелко порезала. Вот сейчас с водичкой выпаривалась. Сейчас немножечко вот поджарится. Чуток. Так, а здесь в кастрюле. Здесь у меня грудка от домашней курицы. Половина грудки. Тоже так же на топленом масле. Здесь немножко припускаю ее. Тем временем сейчас закипячу воду, чтобы кипяток был. Также достала огуречки. Все пойдет сюда в солянку. Выключаем. Кастрюлю также добавила лучок, одну луковку. И сейчас пассируем вместе с мяском, с грибочками, которые я уже выложила сюда из сковороды. Пускай пассируется. Бульончик добавила я огуречки, которые припустила немножко на сковороде. Вот, водой залила, посолила, вот кипит все. Значит, там что у нас? Куриная грудка, лучок, грибы и огурцы. Сейчас туда пойдет, посмотрите, что вам сейчас покажу. Вот это вот свежая помидорка одна, а это соленая помидорка из банки с огурцами и три картошины. Девочки, картошечка, сейчас вот три штучки я порезала, видите как? И сейчас эта картошечка тоже пойдет в мою солянку. Скажите, что солянка варится, готовится без картошки. Но у меня особая солянка по-пожаровски. Картошка доваривается. Девчонки, здесь у меня, смотрите, душистый перчик, две лаврушечки, два кубика замороженного укропа и петрушка. Все сюда пойдет. Сейчас соберу еще ложечкой. И супец готов. Вот вам соляночка. Вы не поверите, я сейчас попробовала, просто бомба. Такая вкуснотища. Кисленький, вкусненький. Прелесть. Вот одна грудка. Грибочки нашла, пока в холодильнике копалась. Вот и супчик готов. Попробуйте. Всем рекомендую. Сейчас Иваныч будет кушать солянку, снимать пробу. Но солянка очень вкусная, я уже попробовала. Не то, что вкусная, а супер вкусная.